Четыре формы английского глагола. Действительно, давайте посмотрим, что это именно за формы. Многие, я уверен, слышали про первую, про вторую форму и про третью форму, но также говорят и о четвертой форме. Давайте с вами разберем все по порядку, что означает каждая из данных форм, и, как всегда, разберем с вами примеры. Итак, первая форма глагола – это сам глагол. К примеру, смотрите. I study English every day. Study – это изучать, учить, и study – это сам глагол, и у нее первая форма и есть study. Далее, they'll buy this flat. Они купят эту квартиру. Глагол купить – buy, и также первая форма buy. Или, например, I can work all day. Глагол work – работать, и первая форма work. Как вы поняли, данную первую форму мы употребляем в настоящем времени – present simple, что видно в первом предложении – I study English every day. В будущем времени – после will. Здесь у нас с вами сокращенная форма после l – buy, they'll buy. И также после модальных глаголов – work. То есть просто это сам глагол. Что такое вторая форма глагола? Вторая форма английского глагола – это та форма, которая нужна для образования простого прошедшего времени, которое называется время past simple. И давайте с вами разберем примеры. We discussed a very important matter. Мы обсудили очень важный вопрос. Или, например, he flew away. Он улетел. Здесь вторая форма может быть правильная и неправильная. То есть нужно знать таблицу неправильных глаголов. Если глагол неправильный, то мы должны с вами знать формы наизусть. Например, глагол fly – неправильный глагол. И у него форма fly первая, вторая форма flew. И мы видим во втором предложении he flew away. А глагол discuss – правильный глагол, поэтому мы добавляем ed. Получается, we discussed a very important matter. Далее, что такое третья форма английского глагола? Значит, есть два основных случая употребления данной формы. Для чего она нужна? Это для настоящего совершенного времени, present, perfect, или для ближайшего прошедшего времени, которое образуется have, has, плюс третья форма. И давайте с вами сразу посмотрим пример. I have seen it so many times. Я видел это так много раз. Или сокращенно I've seen it so many times. То есть have и третья форма seen. Или страдательный залог, когда действие совершается кем-то или чем-то. Например, the letter wasn't sent to her. Здесь форма глагола to be. В данном случае to be в прошедшем времени wasn't. И sent. Третья форма. The letter wasn't sent to her. Теперь самое интересное, что такое четвертая форма? Значит, многие по четвертой форме глагола понимают инговую форму, то есть когда глагол добавляется ing. Например, do – это делать, а doing – дословно делающий. Complain – жаловаться, complaining – жалующийся. Pay – платить, paying – платящий. Например, я увидел девочку, жалующийся о... I saw a girl complaining about... About... о том мальчике. About that boy. I saw a girl complaining about that girl. То есть четвертая форма – это именно ing форма. Вот так мы с вами разобрали. То есть самое главное – это знать таблицу неправильных глаголов основных, для начала, и уметь все это, конечно, применять на практике.